Вы узнаете их из тысячи, по голубым жилетам и кепкам. Школьники и студенты с горящими глазами и руками. 300 добровольцев края к лету создадут отряды зеленого реагирования. 10 абсолютно новых отрядов. Они закреплены, условно, за администрациями. Это такой инфраструктурный момент. Экипированные, обмундированные, собранные люди, обученные. В рамках федерального проекта «Молодежь России» в 10 городах края создают отряды волонтеров. Школьники и студенты займутся облагораживанием территорий. В этом плане добровольцы были и раньше, но теперь их деятельность будет организованной, а сами волонтеры пройдут обучение. Одна из ключевых дисциплин – взаимодействие с людьми. Объяснить жителям свою работу и может завлечь их к благоустройству. В каждом городе предлагаются те или иные территории, которые планируется благоустроить в этом году. И, соответственно, именно благодаря выбору граждан, жителей этих территорий, голоса распределяются за ту или иную зону. И волонтеры потом это статистически считается и принимается такое как бы коллективное решение, и эта территория облагораживается. Молодежь будет участвовать в субботниках, помогать сажать деревья, красить детские площадки. Совместно с представителями местных администраций Барнаула, Заринска, Рубцовска и других городов. Но кроме помощи, юные добровольцы будут и сами разрабатывать проекты для благоустройства. Этой работе волонтеров тоже обучат к лету. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком.